Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. В справедливости этой народной приметы тысячам жителей Славянского района, которые пришли в волшебную новогоднюю ночь на театральную площадь города, не пришлось сомневаться. Они встретили рождение Нового года весело и интересно. Подробности этого события в репортаже Андрея Вишневского. Все мы, как взрослые, так и дети, с нетерпением ждем, когда придет любимый праздник Новый год. И от него мы ожидаем изменений к лучшему и исполнения наших заветных желаний. И, конечно, хочется, чтобы сказочная новогодняя ночь была яркой и запоминающейся. Встреча нового 2019 года, сейчас уже уверенно вступившего в свои права, наверняка запомнится как славянцам, так и жителям всех его окрестностей, если они побывали в эту самую главную ночь в центре города, около переливающейся разноцветными огнями красавицы елки. С детьми, с племянниками и все вместе. Сейчас еще друзья подойдут и будем веселиться вместе. Семейный праздник, собираемся всей семьей, празднуем. На площадь пришли повеселиться, потанцевать, встретить Новый год. Ждем, конечно, чудес, подарков, всего хорошего и мирного неба над головой, чтобы было. Театральная площадь в последние часы уходящего года стала центром притяжения как для взрослых, так и для детей. И в это время думается только о том, что все будет прекрасно. Чтобы было все хорошо, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы все было классно. Я люблю Новый год, потому что это радостный и счастливый праздник для всех. И как не верить в новогоднее волшебство, если исполняются самые смелые мечты, и дети получают подарки, такие, как этот отличный самокат. Мне нравится Новый год, то, что каждому человеку приносит подарки, и он загадочный. Мне вот, например, Дед Мороз подарил трюковой самокат, потому что себя хорошо вел и учился хорошо. Новогодняя лотерея стала для многих еще одним стимулом, чтобы уйти на время из дома, где накрыт праздничный стол и мерцает телевизионный экран главной городской елки. Получив лотерейный билет, нужно было опустить его корешок в специальный барабан, с помощью которого и производились розыгрыши призов. Все выигравшие были очень довольны, ведь удача в новогодней лотерее – это как бы заявка на успешность всего будущего года. Настроение у всех пришедших было приподнятое. Это мой самый любимый праздник, потому что мы всей семьей собираемся вместе, а семья у нас большая. Настроение очень хорошее, позитив. От Нового года ждем, конечно, только самое хорошее, чтобы счастье было, здоровье. В общем, все отлично. Настроение отличное, все хорошо, все замечательно, все здорово. Желаю всем здоровья, самое главное, любви, удачи, счастья. Дед Мороз в добротном кафтане с большой белой бородой вместе со сверкающей нарядной Снегурочкой были в центре внимания. Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей. Бьют часы 12 раз, счастье к нам придет сейчас. Поделись ты ним с друзьями, близкими людьми, гостями. Пожелаем всем добра. Новый год идет! Ура! Творческие коллективы района порадовали собравшихся своим искусством. С нетерпением славянцы ожидали выступления краснодарской вокальной группы «Пари Плюс». Коллектив этот молодой, но уже успел зарекомендовать себя. В репертуаре группы немало хороших песен. Волшебный бал при свечах, чудесный бал здесь сейчас. Мы хотим, чтобы счастье пришло и навеки осталось. За Новый год, за успех и за удачу для всех, чтоб любое желание всегда очень скоро сбывалось. А между тем почти все ценные и полезные призы лотереи нашли своих счастливых обладателей. Напряженное внимание публики приковано к лотерейному барабану.
Итак, судьба главного приза телевизора решена. 40-я диагональ. Я вас поздравляю, Сергей. Поздравляю, Елена, с наступающим Новым годом. Ура! Елена Никишкина, которой в преддверии Нового года улыбнулась настоящая удача, не скрывала радостных чувств. Я ожидала, я ехала именно за этим подарком. Просила Деда Мороза, чтобы он именно мне телевизор. Потому что в прошлом году я ехала за ним. И в этом все сбылось. Верьте в мечты. Мечты сбываются. Да, это прекрасно, когда сбываются твои мечты. До наступления Нового года остаются считанные минуты. Славянцев и гостей города с экрана на Доме культуры сердечно поздравляют глава Славянского района Роман Синеговский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Президент России Владимир Путин желает собравшимся всего наилучшего. Искренне желаю вам радости и благополучия. О нашей родине, нашей любимой России, успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником, с новым 2019 годом. В полночь небо над площадью озарили многочисленные залпы красочного фейерверка. Цветные огни салюта распустились в небе, словно огромные фантастические цветы. И в этот момент так хотелось сказать: «Здравствуй, Новый год! Надеюсь, ты будешь ко всем нам по-настоящему добрым!» Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».